Алексей Козлов представляет. Сейчас мы поговорим о тенор-саксофонисте, которого звали Стэнли Тюрентайн. Он родился в 1934 году в городе Питтсбурге в штате Пенсильвания. Его отец был тоже тенор-саксофонистом, а старший брат был джазовым трубачом. Первым инструментом Стэнли была виолончель. Гораздо позже он перешел на тенор-саксофон. После службы в армии в 1959 году Стэнли пришел в группу барабанщика Макса Роуча. Начиная с 60-х годов, Стэнли Тюрентайн начал записываться на фирме Blue Note, в основном играя музыку в стиле соул-джаз. И вот сейчас нам предстоит послушать одну из записей этого замечательного саксофониста. Thank you.